И в продолжении темы. В четверг, 9 апреля, сотрудники МЧС России боролись с крупным палом травы под Тверью. В деревне Болшево огнем оказалась объята территория в 100 гектаров. В ликвидации пожара принимали участие отделение пожарно-спасательной части номер 72 и специализированной пожарно-спасательной части. В общей сложности это 15 человек и 4 единицы техники. Как рассказали в региональном управлении МЧС России, на месте была произведена опашка территории для того, чтобы пламя не перекинулось на жилые постройки. Работы по тушению пожара в общей сложности заняли порядка 3 часов. К 2 часам дня огонь был полностью ликвидирован.